Всем привет! Вы на канале Чудо-огород, коротко и ясно. В наше быстрое время мы используем много химических и биоудобрений, купленных в садовых магазинах. И порой забываем о простых, доступных органических удобрениях, таких как, например, жидкий настой из крапивы. Крапива состоит из многих полезных микроэлементов, таких как магний, кальций, калий, так необходимых для активного роста овощей и фруктов. Для многих одним из главных факторов является доступность и дешевизна этого удобрения, так как этот сорняк растет практически на каждом участке. Листья срезаем без семян, молодые. Это важно. Нарезаем произвольными фрагментами и укладываем в любую пластмассовую или эмалированную емкость, но не в алюминиевую или железную, так как может произойти окисление и ненужная для удобрения реакция. Заливаем теплой водой, но не до полного, так как при брожении жидкость будет подниматься. Для быстрого брожения можно добавить немного пищевых дрожжей или биопрепарат Байкал. Накрою, но не плотно, чтобы был доступ воздуха. Бродит удобрение от 7 дней до 2 недель, в зависимости от погоды. Чем жарче, тем быстрее будет бродить. Обязательно нужно помешивать. Когда удобрение посветлеет, процежу его и буду использовать концентрат 1 литр удобрения на 10 литров воды. Желаю всем удачи! Ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Пока!